это инициатива моего мужа. Он бизнесмен, и, как говорят у нас, зарабатываешь, отдай десятину Аллаху, Богу. Ну и людям, естественно. Он и дома помогает, детским домам, интернатам. Ну и когда мы сюда 22 года назад, когда приехали, здесь пусто было, и мечети не было тогда в Солнечной долине. И он задумал, что надо построить мечеть здесь, потому что, ну как, татары вернулись, мечети нет. Когда строить, мы ездили везде здесь и смотрели мечети. Но они были обычные, обыкновенные, как бы. А он хотел что-то вот такое маленькое, миниатюрное, красивое.